Друзья, вас приветствует социальная сеть Парк Авеню. С вами Олег, и сегодня проведем короткий урок по маркетингу программы «Социальный тренар». После регистрации и единовременной оплаты $1 за пользование социальной сетью вы получите бонусное место в программе «Социальный тренар», которое вы можете увидеть в разделе «Программы». Опускаетесь чуть ниже и в очереди в программы увидите дату покупки вам места в программе «Социальный тренар». После одобрения системой вашего места вы получите ID-номер, и система вас поставит в общую глобальную матрицу социального тренара. Чтобы посмотреть свою матрицу, заходите в раздел «Социальный тренар», нажимаете «Посмотреть структуру», и здесь вы увидите свою семиместную матрицу и также ID-номер вашей матрицы. Это порядковый номер, по какому вы стоите в общей глобальной матрице социального тренара. Если вы хотите купить дополнительные места в программу «Социальный тренар», заходите в раздел «Баланс», прописывайте необходимую сумму и нажимаете «Пополнить». Вас система переведет на платежную систему Payeer. Следуйте подсказкам системы, оплачивайте, и вас система автоматически перенаправит на сайт, в ваш личный кабинет. Пополнение баланса происходит моментально. После пополнения баланса перейдите обратно в раздел «Программы», и здесь вы можете купить любое количество мест в программу «Социальный тренар», нажав на кнопку «Купить место». Все ваши купленные места отобразятся чуть ниже и также с датой покупки каждого места. Каждое ваше место будет иметь свой ID и свое место в общей глобальной матрице социального тренара. Каждое место в программе «Социальный тренар» нужно проплачивать ежемесячно один раз. Отчет ведется с даты покупки места. В разделе «Программы», где у вас отображаются купленные места, стоят даты покупки. Ориентируйтесь по этим датам. Например, если вы купили место 1 февраля, то очередная проплата в $1 данного места у вас будет 1 марта. Если у вас стоит дата 20 февраля, например, то очередная проплата данного места будет 20 марта. Кнопки для очередной ежемесячной проплаты у вас появятся в день проплат. Чтобы не пропустить ежемесячную своевременную оплату ваших мест, в разделе «Программы» включите «Автопроплату», и система сама у вас спишет необходимое количество денег с баланса для ежемесячной оплаты ваших мест. Но, естественно, следите за своим балансом, чтобы ко дню проплаты была необходимая сумма на вашем балансе. Ежемесячная оплата необходима для того, чтобы сохранять свое место в общей глобальной матрице социального тренара. Давайте сейчас рассмотрим расстановку и начисления по программе «Социальный тренар». Общая глобальная матрица в социальном тренаре заполняется сверху вниз и слева направо равномерно. Также глобальная матрица не имеет ограничения по уровням. Как вы ранее видели, мое первое место стоит с ID номером 4. Значит, в общей глобальной матрице я стою вот здесь. Так как заполнение равномерное, первое место становится сюда, второе слева направо здесь, потом идет третье, четвертое, и начинает формироваться второй уровень. Пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое и так далее. Заполнение глобалки идет равномерно. Например, после регистрации, когда вы получили свое бонусное место, система вам назначила, например, ID с номером 247 и поставила в это место в общей глобальной матрице социального тренара. Это шестой уровень, и слева направо вы встали в четвертое место. Почему именно сюда? Так как этот тренар, под каждым местом заполняется 3 места. Соответственно, зная свой ID номер, вы можете легко определить, где вы стоите в общей глобальной матрице. И поэтому получается, что первый уровень 3 места, второй 9, третий 27 и так далее. С каждым нижним уровнем количество мест увеличивается в 3 раза. Поэтому в пятом уровне 243 места. И раз вам система присвоила ID с номером 247, то значит уже первый, второй, третий, четвертый и пятый уровни заполнились. И система начала формировать шестой уровень, сюда поставила 244 место, следом 245, 246 и тут вы 247 место. И дальше система продолжает равномерно заполнять шестой уровень. После заполнения шестого уровня начинает формироваться седьмой уровень. В общей глобальной матрице у каждого места есть своя семиуровневая матрица. Также и у вас постепенно будет заполняться ваша семиуровневая матрица, и вам будет начисляться доход с каждого закрытого уровня. На данном примере, когда заполнился шестой уровень и начал формироваться седьмой, при равномерном заполнении уровня также и ваш первый уровень заполнится, и вы получите первые начисления 24 цента. Каждое заполненное место в вашей семиуровневой матрице будет вам приносить доход 8 центов. Когда полностью заполнится седьмой уровень в общей глобальной матрице социального тренара, начнет равномерно заполняться восьмой уровень. И проходя мимо вашей матрицы, у вас заполнится второй уровень. Во втором уровне у вас заполнится 9 мест. После заполнения второго уровня вам начислится доход 72 цента. После заполнения третьего уровня $2.16.
В данном случае у вас уже накапливается сумма более чем 2 доллара, и система автоматически снимает с вас 2 доллара и покупает вам место в программе «Миксер» за 2 доллара. В разделе программы вы также увидите свое место в «Миксере» с даты покупки данного места и со статусом «Одобрено». Затем переходите в программу «Миксер», посмотреть структуру, и здесь вы увидите свое место с вашим номером ID и 7-уровневой матрицей в программе «Миксер». Об этой программе поговорим в следующем уроке. Каждое ваше место в социальном тренаре будет один раз в месяц приносить новое дополнительное место в программе «Миксер». Как только в следующем месяце по начислениям накопятся первые 2 доллара, то система вам снова купит дополнительное место в программе «Миксер». Таким образом, доход будет постоянно увеличиваться. Далее, после заполнения 4 уровня вам начисляется доход 6 долларов 48 центов. После заполнения 5 уровня 19 долларов 44 цента. В данный момент у вас накапливается первые 12 долларов, из которых 10 долларов зачисляется вам на баланс для вывода, 1 доллар уходит вашему спонсору как реферальный бонус и 1 доллар уходит в игровой баланс. В разделе «Игровой баланс» вы будете видеть общую накопленную свою сумму, которую в последующем сможете использовать для покупки программ или функций социальной сети. Функционал данной страницы пока в разработке, но в скором времени вы сможете воспользоваться своим игровым балансом. Далее, когда у вас дальше будут продолжаться начисления в течение месяца, то каждые следующие накопленные 12 долларов будут также распределяться по маркетингу. 10 долларов вам будет зачисляться на баланс для вывода, 1 вашему спонсору и 1 вам в игровой баланс. Итак, при каждых начисленных 12 долларах. Далее, после заполнения 6 уровня, вам начислится 58 долларов 32 цента. И после заполнения 7 уровня, вам начислится доход 174 доллара 96 центов. Общий доход составит 262 доллара 32 цента. Запомните, каждое свое место обязательно ежемесячно вовремя проплачивайте, чтобы каждое из ваших мест сохранило свою позицию в общей глобальной матрице социального тренара. Если вы вовремя не проплатили свое место, то это место не сгорает, система уводит его на самый нижний в текущий формирующийся уровень, например, на данный момент будет формироваться 20 уровень общего глобального тренара, а ваше место займет активное проплаченное место, так как по маркетингу предусмотрена компрессия, и поэтому матрица будет всегда равномерно заполнена. Благодаря компрессии у вас будет постоянный ежемесячный доход. Так как если какое-то заполненное место в вашей матрице не сделало ежемесячную проплату, то есть вовремя не проплатило место, то система переводит это место на последний нижний формирующийся уровень, и благодаря компрессии в это освободившееся место встанут активные участники. И матрица ваша будет опять полностью заполнена и стабильно приносить доход. Рассмотрим вывод денег. Переходим в раздел «Баланс». Минимальный вывод от 10 долларов. Прописываете сумму и нажимаете «Вывести». До 10 долларов вывод происходит моментальный. Свыше этой суммы вывод происходит в течение 24 часов. Мы пока работаем с платежной системой Pair, в последующем, возможно, подключим Perfect Money. Как вы видите, есть раздел перевода денег внутри системы. Прописываете любую сумму, логин и нажимаете «Перевести». Внутренний перевод происходит без комиссий. Итак, друзья, на сегодня все. Желаю всем больших чеков. С вами был Олег. Пока.